Друзья, всем привет! Меня зовут... Меня зовут Лиза Юрченко. И прямо сегодня, прямо сейчас мы начинаем наш поход в окрашивание в блонд. Вот у нас есть вот такая красочка. Я ее обычно сейчас собралась тонировать свой блонд. Если вы хотите знать предыдущую историю окрашивания моего блонда, вы можете зайти на мой блог и посмотреть мои другие видео. Что ж, пошли? Как всегда, я слушаю свою любимую песню вот с такого айфона. Песня называется Siren Song. Мы поднимаемся сейчас в нашу ванную, чтобы окрасить волосы в блонд. Вот этой красочкой, которую я вам уже показывала. Наш процесс уже почти начался. Сейчас будем прорабатывать наш блонд по профессиональной схеме. И я вам покажу специальные техники, которые помогут вам в дальнейшем сделать ваше окрашивание в домашних условиях более профессионально. Так как в салонах дерут очень большие деньги. Друзья, мы одеваем с вами пеньярчик. И сейчас будем проводить начало нашего окрашивания. Мы начинаем с себя, чтобы мы одеваем пеньюар. Правильно? Затем мы будем смотреть, что у нас находится в нашей коробочке. Совместимое этих вещей. Ну что ж, мы уже почти готовы. Краска наша тоже самая. Вот, L'Oréal Preference, Париж. И мы сейчас начнем делать этот процесс. Я даже не знаю, как мне быть, ну. Красавчик, хватит, мальчик, хватит, меня понесло. Ты срываешь с меня платье, к черту его. Мои следы на твоем теле, как электрошум. На часах замерли твои руки, как цепь. Такие рукавички у нас должны быть с вами. Нужно предварительно должны расчесаться. Ну что ж, посмотрим, что в нашей коробочке. В общем, у нас здесь находятся различные вещи. Вы должны приготовиться к тому, что эту краску не надо слишком. Вот такой вот у нас есть бальзам интересный. В общем, эту краску не очень слишком тяжело как бы оформлять. Здесь есть всего лишь вот такой вот окислитель.
Вот, я у нее поставила, чтобы было хорошо видно, что это за краска вообще. Какая фирма. Кисточку отдала. Мы открываем предварительно флакон. Итак, открыли предварительно флакон, и мы выливаем вот эту вот краску, которая находится у нас. Вот видите, она у меня с таким пузырьком. Выливаем аккуратно сюда. Это что ж такое? Ладно, это поставим. Сейчас мы начнем, не переживайте, друзья. Вот, конечно, не из лучших от этой краски. Мы должны с вами открыть вот этот тюбик. Если вы не откроете его, будет беда. Закручиваем. Это для того, чтобы не взорвался наш флакон, понимаете? Потому что смесь эксцедента, и этого очень опасны для жизни. Не дай бог, вы не оставляете этот флакон без видимости. То есть дети не взяли. Теперь мы вот так вот хорошенечко взбалтываем его. В общем, мы сейчас начнем с вами окрашивание. Это достаточно такое сложное окрашивание, так как краска у нас в жидком виде. То есть, чтобы краска попала не только на какие-то определенные части волос, а полностью по всей длине. Чтобы не получилось, что какой-то участок у нас не получилось затонировать. Так вот можем еще поперекатывать ее. Играть с этим любимой мелодией. Еще раз сбалтываем хорошенечко, двумя руками для всех присули. Ну все, я думаю, что наша смесь практически готова. Тубик обставляем в сторону. Ну все, начинаем. И начинаем прокрасывать. Не забываем одевать наши волшебные рукавички. Вот, они вот такие вот черные у меня попались в комплекте. Очень-очень крутые. А также я еще вчера сделала такой классный бальзам по скидке от фирмы Schwarzkopf. Очень-очень делает мягкими даже самые-самые крутые волосы. Пройдемся сначала по всем корням. Мы проходим все по всем корням и размазываем нашу смесь. Делаем так на несколько рядов. Не забываем, что наши корни остаются дольше всего. Несмотря на то, что голова дает нам предварительное тепло, мы должны затонироваться со всех сторон. Я уже хорошо вижу, как красочка впитывается. Волосы. Вот, это у нас светка. Вы молодцы, Соня. Попробуем. Главное, чтобы ваша краска не попала вам на одежду или на какие-то другие вещи.
попала. Я попала. Очень хорошенечко это все так. Красочку распределила практически по всем волосам. Она на голове стала немножечко такая, видите, розоватого оттенка. Такая картина. Снимаю этот круг.
Мы держим так уже несколько минут. И, конечно же, будем смотреть, какой результат получился. Вот, по-моему, это вещи. Вот это одна из таких хороших. Мы проводим на тренировку. В общем, краска у меня на голове уже где-то около 15 минут. Я ее держу на голове. В инструкции пишет, что нужно держать краску где-то минут 20, минут 35. Вот вижу подружку Дашу. Это самое. Ну, в общем, мы сейчас ее уже будем где-то приблизительно через минут 15-20. Мы будем смывать нашу голову, будем мыть ее таким хорошим бальзамчиком. Ну и тогда мы уже увидим, что у нас получится. Одним средством для волос, которое употребляется после покраски. Это специальный фиолетовый шампунь. Да, вы угадали, вот. Сейчас вам покажу, как красочка выглядит на свете. В таком вот, как бы, природном. Вот, она вот так вот выглядит. Ну и сейчас я возьму еще вот такой вот спрейчик. Это нам нужно для того, чтобы потом хорошенько расчесать наши волосы. Ну а пока что я, наверное, уже буду идти смывать, потому что немного пропекает голову. Все-таки уже 20 минут как прошло. Мы идем с вами смывать нашу голову.